Диатез – это не болезнь, говорят аллергологи. Диатез – это предрасположенность к аллергическим и воспалительным заболеваниям. Неадекватная реакция организма ребенка при употреблении определенных продуктов. Чаще всего на цитрусы, клубнику и сладости. В понятии аллергологов есть такое понятие – атопический марш. Дело в том, что у новорожденных детей большая площадь кишечника, и этот кишечник еще не заселен нормальной бифидо- и лактофлорой. Те продукты, которые принимает младенец или ребенок, скажем, там, до 6 месяцев, до 12 месяцев, до 3 лет, они подвергаются другой трансформации, и при несостоятельности этого кишечника больше агрессивных продуктов поступает в организм. И поэтому больше кожных проявлений у малышей. Это диатез, который возникает на цитрусовые традиционно, но у них аллергия возникает и на молочные продукты, и на смеси. С возрастом в норме все это должно проходить. Не лечится у детей эпидермальная аллергия, то есть аллергия, то, что мы тоже с вами говорили, кошечки, собачки, хомячки. Поэтому если родители аллергики, нежелательно брать этим детям животных. А вот именно пищевой диатез, сам по себе он не опасен. И эта реакция больше гистаминолиберация, а не истинная аллергическая реакция, которая может вызвать тяжелые анафилактические реакции.